Всем привет! Сегодня мы будем с вами распаковывать сюрпризы. Это вот такой киндер сюрприз 3 кота. Вот такая вот капсула Kids. И вот такая вот еще киндер такой. Это все самодельные. Все самодельные. Я сделала сама. Давайте начнем с Kids. Это подвески, так что нам должен попасться маленький ребеночек. Сзади тут нарисовано, что должно быть. Но это не всегда так. Давайте откроем первый слой. Тут он пустой, но тут была вот такая бутылочка. Дальше давайте следующий слой откроем. Тут у нас подсказка. Музыка плюс котенок. Наверное, музыкальный котенок может быть. Не знаю. Дальше у нас одежка. Одежка какая-то странная. Так, тут нет игрушки. И нам попалась вот такая вот маленькая девочка. Как раз под... И у нее бутылочка большая. Вот она. Ну, платье, конечно, ей не подошло. А, нет. Подошло еще как. Вот. Какая она. Все, сейчас мы все уберем. Осталось, давайте капсулу откроем, а три кота уже на потом. Капсула. Вот, вот у нас такая вот полосневляшка. Такая вот. Теперь уже три кота открываем. Вот такой. Киндер. Открываем слой. Тут у нас шоколад. Открываем следующий слой. Тут у нас капсула. Следующий слой. И кто нам попался? Карамелька нам попалась. Такая вот карамелька. Вот и все фигурки нам попалась. Неваляшка, карамелька и малыш. Вот все игрушки. Такая у нас коллекция. А на сегодня все. Всем пока!